расчистка ее магазина. Готова, Вера? Готова. Хорошо, я прошу тебя в энергоинформационном пуле найти магазин. На счет три ты стоишь перед дверью. Один, два, три. Я здесь. Отлично. Хорошо, входим в магазин. Я здесь. Я даю команду. На счет три по всему периметру магазина. Пошел процесс. Устанавливается в магазине. Здесь такой воздух впертый, несмотря на то, что ты на меня делал. Я не пойму, откуда он пока. Какой-то желтоватый он. Будем искать. Посмотрим сейчас. Да, установилась клетка. Хорошо. Кто у нас там? Демон здесь хозяин. Демон считает герцовку. 17-18. О, поднимаешься к демону, да? Хорошо. Дальше кто у нас? Джин грустный. Он правильно грустный. Арахнует. Арахнует. Как же? Черт. И черт. Какой черт? Две воронки еще. Две воронки. Черт, герцовка. 5. С демоном пришел? Нет, у него свои интересы. Хорошо, под воронками открывается портал. Галактическое ядро не уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, все свое потомство, собирай как внутри магазина, если есть снаружи. Ничего не забывай, возвращайся. Здесь будет все опечатано, все будет сожжено. Поэтому в твоих интересах ничего не потерять. Приступай и возвращайся в клетку-тюрьму. Хорошо, демон. Давно здесь? Хозяйничаешь? Порядком. Демон, ты серьезно хочешь мне ответить? 7 лет. Вот. 7 лет. Хорошо. Считаю герцовку, вернее, считаю цифры над головой Джина. 17.01. 17.01. Давно здесь, Джин? 5. 5 что? Лет. 5 лет. Кто из вас был ответственен за то, что этот магазин не продавался? Твоя работа, Джин? Демон, хозяин. Хорошо, демон, я с этим вопросом обращаюсь к тебе. На каком основании ты не позволял продать этот магазин так долго? 7 лет. Да, его все устраивает. А хозяйку не устраивает? Я хозяин. Да? Ты серьезно так думаешь? Ты серьезно так думаешь, демон? Оглянись серьезно вокруг. Оглянись вокруг, где ты находишься. Ты в клетке стоишь. И эту клетку я могу отправить в галактическое ядро вместе с тобой. Ты не понимаешь, да? Он не показывает вот на этот... Не знаю, что это за энергия присутствует. Желтая какая-то. Так, что он это говорит, за энергия? Это да. Окропила. Она окропила. Откуда эта энергия взялась? Кто он говорит, а ты не знаешь... Пусть она тебе скажет историю магазина. Демон, у меня такое ощущение, что ты воруешь мое время сейчас. И это, знаешь, такое неприятное чувство. Я думал, в принципе, мы как-то с тобой сможем нормально, быстро. Проклятие есть здесь. Проклятое место? Есть проклятие. Кто его проклял? С момента постройки. Дележка шла. Интересная вещь. Насчет этой энергии есть хозяин? Есть. Ну, хорошо. Давай, демон, договариваться. Я тебе предлагаю такой вариант. Ты помогаешь мне сегодня все это здесь найти. Мы закроем все порталы. Ты заберешь все, что я оставил здесь. Я найду хозяина этой энергии. Вытащу его сюда. Отдам ему... какую-то часть негатива, но большую часть негатива, именно то, что он сделал, но весь негатив в этом помещении и на земельном участке я намеревался собрать в шары и отдать тебе в дорогу, без космических энергий. Как тебе такой вариант? Может, просто оставишь меня здесь? Нет, не могу. Человек пожелал очистить полностью помещение. Это уже не зависит от меня, я исполняю свою работу. Если бы она сказала оставить демона, я бы тебя оставил по ее воле изъявлению. Но она сказала освободить помещение, потому что помещение не продается. Вот. Если ты мне поможешь с этим проклятием здесь разобраться, если я сам не справлюсь,
Я решил тебе собрать весь негатив земельного участка из этого магазина. Итак, твой ответ, да или нет? Если нет, я сам все заберу. И уничтожу. Обида тут висит. Обида, да? Впиталась в стены. Кто-то с кем-то не поделился, да? Старая очень. Накопленная. А она подпитывается, эта обида? Или она была до такой степени сильной, что до сих пор поддерживает свое влияние на этом месте? Есть человек, который подпитывает ненависть к этому магазину, делает какие-то ритуалы, как ты думаешь? Нет. Хорошо. Так, что у нас с арахноидом? Давай разберемся. Собрал все. Хорошо, арахноид. Все собрал? Все и всех. Молодец. Готов уходить? Готов. Все будет запечатано здесь, больше не возвращайся. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Арахноид уходит на свою чистоту, забирает все и всех, что он принес. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. Хорошо, черт, давай выходи. Собирай все, что ты раскидал, все свои комочки, одеялки, все, что у тебя есть здесь. Сетки. Сетки. Хорошо. А кого ты ловил, если никто в магазин не приходит? Или приходят люди в магазин? Стол там есть, любит он на столе. На столе любит сидеть. Понятно. А, вот как. Хорошо. Цепляешься к тем, кто приходит? Пугаешь их? Накидываешь? Нет. Он любит ошибки делать в измерениях. Например, объясни мне, я такого еще не слышал. Шторы там режут, ошибаются. А, ошибка, когда люди режут шторы, они делают какие-то ошибки и постоянно ошибаются. Это твоя работа? Да, благодаря ему он танцует. Да ты что, вот это да. А как ты такое делаешь? Ты специалист в таком деле, портном? Скашивает он. Скашиваешь? Двигает линейки. Сильно ты на 5 Гц, я тебе скажу. Черт, наверное, точно демоном, бесом станешь когда-нибудь. Танцует. Вот как. И так вот оно все проявляется. Хорошо. А энергия людей, когда они расстраиваются от того, что у них не получается, кому достается? Я. Хорошо, собирай все. Я ни на кого не собираюсь сегодня здесь воздействовать. Я хочу разобраться в ситуации. Если меня кто-то попытается обмануть, я при этом, я думаю, о Джине, то это глупая будет попытка. Черт собрал. Хорошо, черт. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. И черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, Джин, расскажи мне, какую пыль ты здесь распылил? Какого она цвета? Синяя. Синяя, понятно. Мы знаем, есть синяя, красная. Магнитная. Магнитно. Хорошо. Как эта пыль воздействовала на этот магазин и на общую обстановку? Как проявлялось твое воздействие этой пыли? Объясни, пожалуйста. Притягивал. Как магнит. Что именно притягивал? Денежки притягивал. Знаменитая я был. Расскажи, в каком плане знаменитая? Все сюда шли. А почему прекратился поток людей? Магазин закрыли или что случилось? Да энергия желтая, она перебивает мой. А ты что, не можешь сам справиться с этой энергией вместе с демоном? Вы бы больше профитировали, имели бы больше прибыли, если бы к вам туда люди заходили. Она принадлежит этому зданию. Скажи. Я понимаю. Скажи мне, как, что ты подразумеваешь, принадлежит этому зданию? Что-то было в этом здании заложено? Да, при постройке. Закопано было, да? В стенах. Отлично, Верочка. Давай сейчас поднимемся. Я даю команду на счет 3. Ты поднимаешься над этим зданием. 1, 2, 3. Да, в твоих руках появляется сканер Плеяд. И просканируй все эти полностью здания и земельный участок, где находятся эти места закладок. Да, если смотреть на входа лицом стоять, правая сторона стена. Правая сторона стена. Хорошо, сканируем ее отдельно. Пульсирует красная энергия. Где закладки находятся? Там такое ощущение, что чья-то боль. Стена, и она идет. Но вот эти продольные, так сказать, стены. Да. Но не намного.
Хорошо, ты видишь эту боль? Да. Отлично. Я даю команду на счет три. Находятся все закладки, вся эта энергия летит в шар. Шар останавливается автоматически, когда 100% будет выведено. Какая-то информация странная идет. Как будто здесь при постройке кто-то погиб. Да. И женщина. Прокляла это место? Получается, жена того, кто погиб, да. Хорошо, шар собрался, Вера? Два собралось. Один красная боль, другой желтая вот эта пропитанная, которая... Хорошо. Два шара отправляются в клетку, тюрьму, каждый в свою камеру. От желтого шара и от красного шара притягивая ответственных за эти энергии. Один, два, три. Фантом женщина, но очень расстроена. Хорошо. Ты неупокоенная душа или ты находишься в мире уже? В светлом мире? В чистилище? Женщина. Ощущение, что она между где-то. Между мирами. Хорошо. Представься, как тебя зовут. Ты меня видишь, женщина? Наташа ее зовут. Наташа, скажи мне, что здесь происходит? Откуда эта энергия здесь? Ты ее сюда послала. Что случилось? Объясни мне. Такое ощущение, что она на растяжках на каких-то. Она говорит, это моя боль. А почему она в этом месте находится? Проклятое место, под землей что-то там есть. Под землей есть что-то проклятое. Но оно связано как-то с тобой или как? И слушай, она там, ее тело, что ли, там под землей где-то. Ты находишься под этим магазином, Наташа? Кивает она. А как давно ты умерла? Тебя убили или как? Что случилось? Расскажи мне. Ее как распяли, что ли. Она вот, говорю, на растяжках, на каких-то, как привязана. За руки, за ноги. Снимай эти растяжки. Один, два, три. Она в платье. Она благодарит. Наташа, объясни, что случилось? Когда ты погибла? Сколько лет тебя уже нет? Сейчас, секунду, дай время. Пожалуйста. Плохие времена были, женщин не любили. Сколько лет назад это было? 1632. 1632. И ты до сих пор находишься здесь, под этим магазином? Получается, останки, она говорит. Потому что сама она между... Между мирами. А почему? За что тебя распяли? Что случилось? Как ты погибла? Объясни мне ситуацию. Вера, я могу ей дать какую-то энергию? Пошла информация. Магия занималась она. Она магией занималась. Понятно. И тебя здесь похоронили, да? Убили и похоронили? Да. Поэтому место и проклятое, да, получается? Накипает. А ты когда-нибудь можешь уйти? Она действительно, да, занималась магией и, да, и всем, что с ней связано, поэтому демон говорит, что он хозяин. То есть у нее остатки тянутся, у нее привязки есть какие-то, видимо, к темному миру. Хорошо, демон, как в таких ситуациях поступать? Как ты думаешь? Она ваша или как? Она в вашем мире находится? Где сейчас эта душа? Вышла она из нашего мира. Она наверх поднимается, да? Да. Хорошо. Очищается. 1632 год. С ума сойти. Такие вещи, конечно, иногда. Наташа, скажи, как мы можем тебе помочь? Ты можешь забрать то, что ты оставила здесь? Или ты ничего не оставляла? Она говорит, что вот эти два шара и ее боль, и второе это... Вот что я говорю, желтая, спертая какая-то энергия. Да. Это что? Это то, что вот эта магия. Ну, скорее всего, у него контракт был с Нижним миром. И вот демон... это все перенеслось в это помещение. Понятно. Демон был контракт? Он был, но он закрыт. Да. Он закрыт. Хорошо. Демон, что мне с этими шарами делать? Это же твоя энергия. Забираешь их?
Или она тебе не нужна? Он заберет ее, но информация идет, что ему не надо ее отдавать, чтобы не связывать их опять. Хорошо, все, демон, вопрос решен. Открывается под шарами портал в галактическое ядро, они оба уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу совета, что мне делать с этой душой Наташи? А у нее свой путь отпустить. На ее чистоту. На ее чистоту она будет дальше идти с твоей осознанностью. Отлично. Я просто не хотел вмешиваться в эту ситуацию. Благодарю за совет. Хорошо, Наташа, я тебя тогда возвращаю назад. И эти два шара уничтожены. Здесь больше тебя ничего не связывает. Иди дальше своим путем. Ты готова уходить? Сейчас, секунду. То, что ты снял с нее. Да. Их тоже уничтожишь. Открываю под этими растяжками портал в галактическое ядро, и эти растяжки ее уходят в галактическое ядро на переработку 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. Вот теперь ее не связывает ничего. Хорошо, Наташа. Тебе светло в том мире, где ты находишься сейчас? Она идет к свету. Хорошо, давай сделаем энергетическую свечу. 1, 2, 3. Появляется энергетическая свеча из энергии Абсолюта. Хочешь ее взять, Наташа, с собой? Ей очень не хватает энергии, да. Отправляю ей эту энергетическую свечу. Работает в автоматическом режиме. Иди к свету. Эта свеча поможет ей прыгнуть, как она говорит. Замечательно. Хорошо, Наташа. Ты готова уходить? Готова. Открывается. Против часовой стрелки портал на чистоте Наташи. 1, 2, 3. И она уходит на свою чистоту. Мы желаем ей всего наилучшего. Закрывая, печатая, растворяя. На с третьего уровня. Третий уровень. Хорошо, будет подниматься. Готов. Да, долгие столетия все это длится. Хорошо, Джин, давай, собирай всю свою пыльцу, выходи со всего дома. Ничего не забывай, все свои фишки вытаскивай. Я все буду здесь закрывать, сжигать. Поэтому... Значит, это желтое ушло, да, Вера? Да. Отлично. Кто бы мог подумать, что такие вещи бывают. 1630. Первый раз такие энергии видела тоже. Да, 1632 год. С ума сойти. Но их было сразу видно. Конечно. Вот Джина много. У него рассыпано везде все. Но мы уже договорились. Какие варианты решения этого вопроса могут быть. Вздыхает. Забрал. Ты же знаешь правила игры. Если наши пути пересекаются, мы должны как-то найти компромисс с тобой. А компромисс – это правильное решение, выгодное для тебя и для меня. Я считаю, что я с тобой довольно корректно поступаю. Такая ситуация, Джин. Тебе, значит, все равно придется уйти. Не приходи больше сюда. Помещение будет полностью закрыто для вас. Все понятно? Он прощается с помещением. Понятно ему, да. Найдешь новое, я тебя прошу, с твоими-то возможностями, тебе 1-2 часа работы, новое помещение твое. Отлично. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина 1-2-3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Он говорит, эх, не понимаешь, ты целая эпоха заканчивается. Хорошо. Значит, мы были с тобой свидетелями этой перемены. Этой эпохи. Перемены всегда хорошо. Знаешь, что он показывает? Что? Орешечки. А, это ну все люль, любит. Красота. А да. Сейчас безжизненные жалюзи. Согласен. Поэтому он про эпоху говорит. Я понимаю. Но, к сожалению, ни ты, ни я не можем изменить эту ситуацию. Поэтому... Прощай. Всего доброго. Закрывай, печатай, растворяй. Сентиментальный джин. Хорошо, демон, давай переходим к тебе. Выходи, пожалуйста, собирай все, что ты здесь оставил. Все свои ловушки, сети. На улице у него есть тоже. Хорошо, без проблем. Соберем и на улице все. Он говорит, что меня ничего не держит здесь больше. Но ты можешь уйти с прибылью. Он питался вот этой энергией желтой. А, вот как, хорошо. Ну, я тебя соберу весь негатив
собравшись на этом земельном участке и в этом магазине. Я думаю, будет приличный шар. Он все собрал. Хорошо, демон, давай, пожалуйста, покажи мне, где находятся порталы в этом магазине и на земельном участке. Мы их закроем, после этого я соберу весь негатив. Приступаем. Но он ведет к этой стене. Это портал, да? Да. Подсвечь его красным светом, ты его видишь четко и ясно. Там воронка. Открывается портал вокруг этой воронки вниз в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портала, наночастицы, все энергии, связанные с этим порталом, уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Ты знаешь, мне сейчас кажется, что какая-то... Или они брали землю с этого земельного участка при постройке этого дома, но какие-то частицы попали в эту стену. Вот с этой болью ее. Нет, она сказала, она где-то внизу там. На глубине, да? Угу. Хорошо, поехали дальше. Показывай следующий портал. Стена возле входа. Стена возле входа, слева, справа. Если я захожу в помещение слева. Слева, отлично. И внизу под этой стеной открывается портал, галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все улетает на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готов. Поехали дальше. Он заходит куда-то в материал, в шторы внутрь. Угу. И зовет меня, и не пойду туда. Демон. Там портал, он говорит. Хорошо, подсвечивается портал красным цветом. 1, 2, 3. Ты видишь его четко и ясно? Вижу красный портал. Внизу открывается под этим порталом портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем, идем дальше. Все. Он говорит, я так долго открывал этот портал. Маскировал. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Готово. Большой шар? Да. Хорошо. И я даю команду, шар разбивается на 2 шара. Если есть космическая энергия, они уходят в другой шар. 1, 2, 3. Ну, больше овал, чем шар. И из него немного вышло от арахноида. Хорошо. Это что от арахноида вышло, уходит, открывается портал и уходит в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Демон, как тебе такое? Компенсация? В виде такого шара? Красивого? Забираешь? Да, он рукой так к себе манит. Хорошо, отправляю демону, как я и обещал. Рукой или что у него там? Надеюсь, рукой, а не что у него там. Готов. Хорошо, все, доволен? Нажрался. Отлично, отправляю тебя назад. Готов уходить? Готов. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, все. Клетка пустая? Да. Открываем под ней портал. Галактическое ядро уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Ну, если ты больше индукции никакой не прочитаешь, то закончили. Сейчас прочитаем на продажу. Хорошо. И на счет 3 заполняем весь земельный участок. Готово. Отключаемся от дома и земельного участка и переносить в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я здесь.